Вязание вытянутой петли букле. В начале ряда провязываем одну воздушную петлю. Затем вдеваем крючок в следующую нить основания. Заводим за рабочую нитку с правой стороны. Захватываем нить, которая спускается с пальца. И протаскиваем одну петлю через петлю основания. На крючке 2 петли. Затем захватываем рабочую нитку и протаскиваем через 2 петли. Палец вытаскиваем, и на изнаночной стороне образуется вытянутая петля, которая смотрит вверх. Далее вяжем аналогично. Крючок вдеваем в следующую петлю, заводим с правой стороны за рабочую ниточку, вытаскиваем ту нитку, которая находится за пальцем, и протаскиваем петлю основания. Затем снова захватываем рабочую нитку и протаскиваем ее через 2 петли. И вытаскиваем палец. В этом случае получается бахрома, которая смотрит вверх. Далее вязание повторяем также до конца ряда. Вот я закончила вязать. В этом случае вытянутые петли смотрят вверх, и они находятся с изнаночной стороны работы. Вот так будет выглядеть образец. Пушистые петли будут находиться с лицевой стороны, а с изнаночной стороны петель нету.